Привет, старина. Рад тебя видеть. Как все прошло? Так себе. Роза здесь? Не, братан, она на встрече. Но минут через 5 должна быть здесь. Я могу тебе помочь? Ты знаешь Штайнера? Штайнера? Имеешь в виду Виктора Штайнера? Кто ж его не знает? Конечно, я с ним не знаком, но слышал о нем. Черт, чувак! Да тут все слышали о Викторе Штайнере. Этот парень практически владеет всем городом, так сказать, вампир-диктатор. Тебе обязательно нужно поговорить о Штайнере с близняшками. С кем у Розы встреча? С другим вампиром. Думаю, ему не по нраву клуб. В смысле, в любом случае Роза все уладит. Я убил Влада. Ну ты крутой! Продолжишь в том же духе, и скоро весь город будет у твоих ног. Напомни мне, чтобы я никогда с тобой не спорил. Я еще зайду. Лады, до встречи, старик. Привет, Эрик. Как дела? Нормально, но я занята. Не видишь, я работаю. Расскажи мне о Штайнере. Что ты хочешь о нем знать? Мы с сестрой работали в его клубе. Этот тип строит из себя джентльмена, но он просто псих. Помимо клуба и казино, он предлагает развлечения для мужчин. Женщины, которые работают там, влипли по-настоящему. Думаю, не обошлось без этого его вампирского дерьма. Во всяком случае, они его боготворят. И их даже не беспокоит, что он держит при себе упырей, как животных. Вход только по приглашениям. Если хочешь, у меня есть, так сказать, клубная карта. Бери, если нужно. Я туда возвращаться не собираюсь. Хорошо, спасибо. Не стоит благодарности. Увидимся позже. Ага, как скажешь. Привет, Эрик. Рада тебя видеть. Чем тебе помочь? Мне удалось заняться твоим вопросом в Геофордже. У них больше нет данных на тебя. В самом деле? Спасибо. Ты лапочка, Эрик. Расскажи мне о Штайнере. Конечно. Мы с сестрой некоторое время работали на него. Когда мы начинали, мы еще даже не были вампирами. У него в городе есть клуб. Впрочем, клуб — это мягко сказано. Это империя удовольствий с клубами, казино, развлечениями и прочим. Мы никогда не встречались со Штайнером лично, поэтому многого я тебе не расскажу. Большую часть времени он проводит вне клуба. Когда я стала вампиром, я узнала, что он практически правит городом. Он намного старше и сильнее остальных здешних вампиров. Они его боятся. Моя сестра может рассказать тебе больше. Налей мне выпить. Конечно, вот то, что тебе нужно. Sensation.
Привет, Эрик. Я правильно понимаю, ты собираешься сразиться с Виктором Штайнером? Попытка не пытка. Эрик, ты спятил. Штайнер — сильнейший вампир в городе, а то и во всей стране. Я знаю, что ты силен, но против него у тебя никаких шансов. Почему ты вообще так решил? У меня было видение. Видение? Из-за какого-то видения ты хочешь рискнуть жизнью? Есть идеи получше. Влад не подошел. Нет. Жаль, но лучшего плана у меня нет, Эрик. Хотела бы, но нет. Не представляю, как можно тебя от этого отговорить, но... Я тебе помогу. Тебе просто невероятно везет. Штайнер обычно в разъездах, но сегодня он в городе и в своем клубе. Тебе придется действовать быстро, потому что скоро рассвет, а завтра его может уже не быть в городе. Кроме того, у него в клубе целая армия. Понадобится отвлекающий маневр. Кстати, есть идея. Что ты мне можешь рассказать о его клубе? Клуб называется «Атлантида». По сравнению с ним убежище — просто дыра. У него есть бары, клубы, казино и прочее. И все в одном большом здании. Его охраняют наемники. По всей видимости, им известно о вампирах. Возможно, там есть и вампиры, так что будь осторожен. Что ты можешь рассказать мне о Штайнере? Это самый старый и самый сильный вампир в городе. Он, наверное, еще крестовые походы застал. Понятия не имею, какие умения у него есть, но он очень силен. Помни, наши судьбы в твоих руках. Если он победит и узнает, что мы тебе помогли, считай, мы мертвы. Окончательно. Не волнуйся, ему меня не одолеть. Ты и правда сумасшедший. Какой отвлекающий маневр? Клуб открыт для посетителей круглосуточно. Если удастся создать панику, это отвлечет часть охраны. К счастью для тебя, у меня есть несколько дымовых шашек. Так-так, а ты полна сюрпризов. Знал бы ты, сколько их у меня припасено. Итак, сначала тебе нужно попасть в клуб. Потом ты установишь дымовые шашки. Когда посетители увидят дым, начнется паника. У охраны будет полно забот. Придется отбиваться от полиции, пожарных и газетчиков. Если повезет, то в суматохе тебе придется иметь дело только с половиной армии Штайнера. Хорошо, мне пора идти. Эрик, ты сумасшедший. Удачи. Постараюсь держать связь по рации. Но тебе нужно спешить. Солнце уже восходит, и нам придется спать. Я позабочусь об этом. Восход был уже близок, и времени оставалось мало. Нужно было найти Штайнера. Хотя, может, солнце даже поможет мне. Роза говорила, что старым вампирам выносить его свет еще труднее. Это было уже кое-что. Кровь Штайнера должна спасти меня от участи стать упырем. Так сказал ангел, и я надеялся, что это правда. Первые лучи солнца уже показались над горизонтом, когда я добрался до Атлантиды. Забавно, что такая красота была способна меня убить. Нужно было попасть внутрь, пока солнечный свет не сжег мне заживо. По словам Розы, у Штайнера здесь настоящая армия охраны. Но меня беспокоили не люди. Я думал о том, что еще могло меня ждать внутри. Роза, я на месте. А здесь людно. Атлантида работает 24/7. Хотя бы охрана не будет обращать на тебя особого внимания. Но все равно будь осторожен. Не исключено, что они о тебе знают. Штайнер хорошо информирован. И постарайся не попадаться на камеры слежения. Свяжись со мной, когда войдешь, и я скажу, где установить дымовые шашки. Понятно. Эрик? Да? Береги себя. Постараюсь.
поверить не могу. Это просто невероятно. Успокойся, дорогая. Я все отыграю. Отыграешь? Ты только что просадил 20 штук. Мы собирались отложить их сыну на учебу. И как ты собираешься отыгрываться? У тебя же ничего не осталось. Не беспокойся. Я знаю, у кого их можно одолжить. У кого? У моего брата Винни. У твоего брата? Ты совсем спятил? Он же зарабатывает на кражах и наркотиках. Не кричи, дорогая. Нельзя занимать деньги у бандита. Боже, он же тебе ноги переломает, если не расплатишься. Дорогая, он же мой брат. Роза, я в клубе. Куда дальше? Тебе нужно установить 3 бомбы в 3 разных местах. Я скажу тебе, где. Когда закончишь, уходи в техническую зону вверх по лестнице. Оттуда и начнем шоу. Понял. Не слыхал про новое радиошоу «Киска во тьме»? Такое крутое! Туда такие психи звонят, полный улет! Вчера я звонил какой-то парень, говорил, что вампир. Не просто какой-нибудь фантазер. Он реально думал, что он вампир. Представляешь? Такого наговорил. Вампиры живут среди нас. Маскарад какой-то. Не хотелось бы. Долгая ночка, а? Столкнуться с этим. Не говори! Тут уж от одной музыки сдвинуться можно. Еще чуть-чуть до конца смены. Везет тебе! Ничего не слышно от Чарли за последнее время? Не, ничего. Ни ответа, ни привета, как в воду канул. Может, выиграл в лотерею и теперь поехал в кругосветное путешествие. Или кто-нибудь позаботился о нем, потому что он совал свой нос куда не надо. Кто знает? Все может быть. Мне он всегда казался слегка приветом. Любопытство — это еще нормально. Но один раз я видел, как он делает записи. Да? Ты доложил об этом? Конечно, доложил, а ты как думаешь? Думаешь, из-за этого его и порешили? Да черт знает! Мне вообще плевать! Я тут все на дух не выношу! Thank you.
Сплошь. Роза, я на месте. Можно начинать вечеринку. Соседа подвал совсем. Хорошо. Большое представление на 3. А у него там 2, был маньяк в клетке. 1. Мерзко. Вот дерьмо! Я ничего не вижу! Эй, кто-нибудь, откуда дым? Срочно нужно подкрепление! Кто-нибудь, займитесь полицией и пожарными! Их нельзя сюда пропустить. Даже и не думай. Чёрта с два! Эта штука сожрала мои деньги и говорит, что я не платил. Давай, кто-то включил сигнализацию. Нужно проверить. Забудь. Я не уйду, пока не получу или напиток, или свои деньги. Ну, хотя бы деньги верни. Давай, отдавай мою банку. Давай, давай, чертова железяка! Ну хотя бы деньги верни! Давай, давай, чертова железяка! Ну хотя бы деньги верни! Роза, ты еще здесь? Отвлекающий маневр сработал. Я внутри. Отлично. Но Эрик, уже светает. Я долго не продержусь. Ты что-нибудь чувствуешь? Нет. Ну, будем надеяться, что так оно и будет.
Внимание, у нас нарушитель! Давай, показывай. Давай, детка, давай, детка. Роза? Давай, детка! Да, что там? Тут прямо какой-то тарантиновский фильм. Чувствую себя как дома. Очень смешно. Куда дальше? Тебе нужно пройти через дверь справа от тебя. Но у нее своя система сигнализации. Ее придется открывать из-за кулис. Понял, иду. Давай, показывай. Серьезно пострадали от нескольких взрывов. Пожарные изо всех сил стараются взять под контроль пожары, вызванные взрывами. Но несколько секций музея Харпинга уже рухнули, придавив собой спасателей. Изначально нападение на музей Хардинга приписывали группам фундаменталистов. Но в связи с недавней атакой на башню Геофордж, этот вывод поставлен под сомнение. Это был Ян Швейцер. Событий на РФ Радио. Эй, приятель, посмеши. Ты уж несколько часов тут сидишь. Ах!
Давай, детка! Давай, показывай. Давай, детка. Не будь идиотом! Покажись! Тупо! Эй, приятель! Давай, детка! Давай, показывай. Давай, детка! Давай, детка! Ah!
Как думаешь, хозяин придет посмотреть шоу? Надеюсь, но солнце уже взошло. Так что не думаю, что он почтит нас своим присутствием. А, жаль. А я так надеялась. Я тоже. Я тоже. Роза, я нашел, где открыть дверь. Давай, показ. Роза, ты со мной? Да, извини, я еще тут. Но уже валюсь с ног. Ладно, иди поспи. Я справлюсь один. Пора начинать избавляться от этих геройских фраз. Так, это может быть интересно. Это он, небось... Прикрой!
Стой! Назови! Вон кто-то прячется! Что-то в этом городе пошло не так. Да. А что происходит? Ты что, новости не слушаешь? За вечер было 2 теракта. Сначала взорвали музей Хардинга, а где-то час назад небоскреб Геофордж. Понятия не имею, что происходит, но не думаю, что это связано с религиозными фанатиками. Что-то здесь не так, черт побери. Мне не жалко ни первых, ни вторых. Несколько дней назад занесло меня на выставку в музей. Скука смертная. А Геофордж задрали цену на билет так, что голова кружится. Все равно ничего хорошего, если по городу носится маньяк, взрывающий дома. Черт, следующими можем стать мы! Ха-ха, вот сейчас прямо и взорвут. Это место настоящая крепость, а мы опытные контрактники, а не тупицы из ЧОПа. Если здесь кто-нибудь появится, я ему задницу отстрелю. Ah!
Смотри,